На телеканале Узрепорт ТВ информационная программа 7.24 в студии Сабина Селямиева. Здравствуйте. Махаля – это уникальный демократический институт, выполняющий более 30 социально и экономически значимых задач, ранее осуществлявшихся органами государственной власти на местах. О том, какие новые инициативы сегодня выдвигает этот институт гражданского общества, обсудили участники очередной встречи Международного пресс-клуба. Отмечалось, что на сегодняшний день в Махалях более 30 видов кружков посещают свыше 4 миллионов 32 тысяч детей. Говорили и о том, что сегодня эффективную деятельность в Махалях осуществляют группы общественного контроля. Так, по состоянию на июнь текущего года ими проведены работы со свыше 5,5 миллионов семей. Обсудили и другие вопросы, связанные с активизацией деятельности сходов граждан. Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма совместно с посольством нашей страны в Лондоне организовал видеоконференцию с участием представителей туриндустрии Узбекистана и Великобритании. Она проведена в целях исполнения поручений руководства республики относительно дальнейшего развития туристической отрасли и увеличения зарубежного турпотока в страну. Узбекская сторона была представлена представителями Госкомтуризма, Ассоциации частных туроператоров, отечественных турфирм. С британской стороны на мероприятие были приглашены 15 представителей туристических компаний, профильных журналистов, экспертов, а также консалтинговых фирм, предлагающих услуги в данной сфере. Представив участников, чрезвычайный полномочный посол Узбекистана в Лондоне подчеркнул, что мероприятие призвано стать очередным шагом в развитии туристической отрасли обеих стран. А формат видеоконференции позволит сторонам напрямую задать друг другу интересующие их вопросы и найти пути, способствующие увеличению туристического потока. Отечественные турфирмы рассказали о своей деятельности, а также о туристическом потенциале Узбекистана и способах увеличить поток туристов из Великобритании. В частности, были предложены варианты разработки программ для делового туризма, специальных туров для школьников. Говорили и о совершенствовании индивидуальных и групповых туров по древним городам республики. Отдельное внимание уделили вопросам продвижения узбекского бренда в британских СМИ с целью ознакомления широкой общественности с туристическим потенциалом Узбекистана. Британская сторона, в свою очередь, выразила свою заинтересованность в развитии турпотенциала обеих стран, отметив, что все больше британцев изъявляют желание посетить Узбекистан. 30 августа в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций произошло событие, направленное на то, чтобы вывести систему подготовки кадров в сфере IT и телекоммуникаций на новый уровень. В рамках реализации стратегии действий по 5 приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах исполняющий обязанности министра Шерзод Шерматов и генеральный директор ООО «Юнител» Дмитрий Шуков подписали меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в образовательной сфере. В фокусе нового вектора партнерства – Ташкентский университет информационных технологий. В рамках партнерства планируется привлекать ведущих мировых специалистов для обучения студентов ТУИТ работе на наиболее востребованных типах современного оборудования и программного обеспечения с дальнейшей сертификацией выпускников. Стороны также будут содействовать установлению рабочих контактов в целях обмена опытом экономической, правовой, научно-технической и иной информации, а также создание условий для более плодотворного сотрудничества и координации совместных действий. Мы будем участвовать в повышении профессионального уровня студентов Ташкентского университета информационных технологий. Наше сотрудничество очень всеобъемлющее. Оно не только заключается в модернизации учебных помещений, зданий и оборудования. Также мы будем приглашать преподавателей успешных из других стран с тем, чтобы в целом поднять уровень студентов. Кроме того, мы совместно с другими партнерами будем развивать систему сертификации студентов с тем, чтобы каждый студент, оканчивая учебное заведение, получал один, как минимум, или несколько сертификатов, дающих ему право работать на оборудовании ведущих вендоров. Таким образом, мы еще раз подтверждаем свое намерение продолжать свою успешную историю более чем 11-летнюю в Узбекистане. И в этом я считаю, что наш очень серьезный вклад в целом в индустрию телекоммуникации и в целом в образовательную систему страны.
Сегодня разнообразная продукция легкой промышленности с маркировкой «Made in Uzbekistan» хорошо известна в Европе, Азии и США. Это связано прежде всего с тем, что сейчас это направление превратилось в многоотраслевой крупный комплекс. Немаловажную роль в развитии этой сферы играют банки, предоставляющие финансовую поддержку предпринимателям, которые хотят начать свой бизнес в текстильной промышленности. Так, к примеру, предприятие «8 марта» начало свою деятельность в Наманганской области за счет кредитных средств Национального банка внешнеэкономической деятельности. На полученные средства оно закупило швейное оборудование. Наманган – один из красивейших и быстро развивающихся регионов республики. В настоящее время заметно повысился его экономический потенциал. Процесс развития весомый вклад вносят производственные и промышленные предприятия, среди которых и предприятие с красивым названием «8 марта». Учитывая потребность в готовых текстильных товарах и спрос на внешнем рынке, оно сумело наладить производство качественной и экспортоориентированной трикотажной продукции из натурального сырья. По словам директора предприятия Анвара Тимирова, за счет финансовой поддержки Нацбанка сегодня швейная фабрика оснащена современным оборудованием, с помощью которого ежегодно можно будет производить 12 миллионов единиц женской и детской трикотажной продукции. За короткое время мы при поддержке Нацбанка создали предприятие по выпуску трикотажной продукции. Мы выпускаем детскую и женскую одежду. Сейчас ищем технологию по переработке отходов. Если найдем, то с помощью финансовой поддержки Нацбанка ее приобретем. На сегодняшний день на швейной фабрике работают 300 сотрудников, более 30 из них выпускники колледжей. На предприятии для рабочих созданы все условия. В этом году я окончила Наманганский профессиональный колледж и была принята на работу на предприятие 8 марта. Здесь созданы хорошие условия, привезено самое современное швейное оборудование. Наша основная цель – вывести нашу продукцию на мировой рынок. Добавим, что предприятие создано по указанию главы государства, которое было озвучено во время посещения Наманганской области. Теперь перед руководством компании стоит еще одна задача – расширить свой бизнес и создать новые рабочие места. В международном караван-сарае культуры Икуа Хироямы состоялся концерт группы классического вокала мелодии «Великого шелкового пути» «Отда независимости». Особенность концерта заключалась в том, что перед зрителями выступали не профессиональные исполнители, а сотрудники международных организаций, волонтеры и студенты, увлекающиеся классическим вокалом, узбекской, японской и корейской этнической музыкой и песнями. Все участники являются слушателями курсов и членами группы классического вокала «Мелодии Великого Шелкового Пути» столичного международного караван-сарая культуры Икуа Хироямы. Руководит группой солист Государственного академического Большого театра имени Алишера Наваи, заслуженный артист Узбекистана Шукур Гафуров. Мы когда проводили концерт, например, Навруз, они пели бахор, праздник, да, весне. А сегодня они поют классический репертуар, арии, ну, такие веселые тоже, грустные и трагедии. Я думаю, это всем понравится. Мы еще будем работать, к нам очень многие хотят прийти, хотят петь. Я буду помогать. Стоит отметить, что подобного рода концерты проходят раз в полгода, и это свидетельствует о том, что искусство не знает границ и способно объединить все нации. Кроме этого, это отличный пример дружбы и уважения между нашими народами. Сотрудники экстренных служб и волонтеры в Техасе помогают людям спастись от катастрофического наводнения, вызванного ураганом Харви. Молодую мать и ее младенца эвакуировали вертолетом военнослужащие береговой охраны в городе Колледж Сейшен. Военные прибыли по сигналу бедствия. Вертолеты боевой эскадрильи ВМС во вторник принимали участие в спасательных операциях в пригородах Хьюстона. В городе оказались под водой более 3000 домов. В результате проливных дождей, вызванных ураганом Харви, водохранилища переполнены. В округе Бразория к югу от Хьюстона прорвало плотину. Местные власти посоветовали жителям немедленно покинуть район бедствия. Официальные лица заявляют, что не стали призывать к массовой эвакуации, исходя из опыта 2005 года. Тогда многие жители Техаса и Луизианы, покинувшие свои дома при приближении урагана Рита, застряли на дорогах до отказа, добитых машинами. Харви оказался самым мощным ураганом, который обрушился на Техас за последние 50 лет. В результате катаклизма, по последним данным, погибли 22 человека.
Американский автомобилестроитель Ford Motor объявил о сотрудничестве с сетью ресторанов быстрого питания, в рамках которого компания планирует провести эксперимент по доставке пиццы на беспилотном авто. Тестирование начнется в сентябре в американском городе Ан-Арбор. Доставкой пиццы займется автомобиль Ford Fusion Hybrid, оснащенный системой автономного управления. В начальном этапе на водительском месте будет сидеть инженер по безопасности. Пиццу на беспилотнике будут доставлять случайно выбранным покупателям. Они смогут отслеживать движение автомобиля с помощью GPS-трекера. Когда машина прибудет, на телефон клиента придет текстовое сообщение с инструкцией о том, как забрать пиццу. С помощью такого эксперимента Ford хочет узнать отношение людей к доставке товаров на беспилотном автомобиле. К примеру, захотят ли они выходить за заказом на улицу и где им комфортнее забирать его. Беспилотники Ford появятся на рынке в 2021 году. Крупнейший инфраструктурный проект нового поколения и шедевр современной инженерной мысли. Так называют мост The Queen's Ferry Crossing в устье реки Форд в Шотландии. Он соединяет окрестности Эдинбурга с северными регионами. В ночь на среду по грандиозному виадуку поехали первые автомобили. The Queen's Ferry Crossing – мост вантовой конструкции. Самый длинный в Великобритании. Его длина 2 километра 700 метров. Он крепится на трех пилонах на высоте 210 метров. Это 48 лондонских автобусов, поставленных один на другой. На строительство ушло 35 тысяч тонн стали, 150 тысяч тонн бетона и 6 лет работы. Со сдачей опоздали на 10 недель. Зато удалось хорошо сэкономить бюджет. Возведение моста обошлось в 1 миллиард 35 миллионов фунтов стерлингов. На 235 миллионов меньше, чем было запланировано. Принцесса Уэльская, леди Ди, королева людских сердец, безоговорочно одна из самых популярных особ Великобритании за последние 100 лет. Газеты и журналы с ее портретом распродавались молниеносно. Вечные спутники Дианы, папарацци преследовали ее повсюду. Именно от фотографов она пыталась скрыться в последний день лета 1997 года в парижском туннеле перед мостом Альма. Ей удалось спрятаться навсегда. Церемонию бракосочетания леди Спенсер с принцем Чарльзом в 1981 году называли «свадьбой века». Невесте было всего 19 лет, жениху – 33. Через год у них родился наследник Уильям. Еще через пару лет на свет появился его брат Гарри. Казалось, что юная и очаровательная принцесса сможет повысить престиж не слишком популярной на тот момент королевской семьи. Обаятельная блондинка Диана сразу покорила публику. Молодая принцесса, в отличие от замкнутого Чарльза, легко шла на контакт с людьми, любила и умела ярко одеваться, не стеснялась дружить со знаменитостями. Супруги были слишком разными, чтобы долго сохранять союз. После развода Диана начала активно заниматься благотворительностью. Она участвовала в движении за предотвращение производства противопехотных мин, помогала собирать деньги на борьбу со СПИДом, привлекала внимание к проблемам больных раком. Похороны Дианы по всему миру смотрело рекордное число зрителей – 2,5 миллиарда человек. По данным опроса 2002 года, леди Ди вошла в тройку величайших британцев, оставив позади Уильяма Шекспира и Чарльза Дарвина. Калининградский стадион на 35 тысяч мест, арена «Балтика» – самый западный из тех, на которых пройдут игры чемпионата мира по футболу 2018 года. В середине августа его готовность оценивалась 85%. Тогда же был завершен сев газонной травы. Строительство должно завершиться к концу этого года. Губернатор области Антон Алиханов называет проект уникальным и не берется определить общую сумму затрат. Цена самого стадиона, по его словам, более 17 миллиардов рублей. До конца года должны завершиться работы и на футбольном стадионе в Нижнем Новгороде. Он расположился на стрелке, где Ака впадает в Волгу. Газон уже засеян травой. Ведется монтаж кресел для 45 тысяч зрителей. Арена примет 4 матча группового этапа чемпионата. Игру 1/8 финала и 1/4 финалов. Рядом со стадионом будет построена новая станция метро. Ее открытие намечено на апрель будущего года. Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен близок к переходу в Ливерпуль. Мерсисайдцы договорились с «Арсеналом» о трансфере 24-летнего футболиста за 43 миллиона евро. Ранее сообщалось, что «Челси» предложил канонирам 38 миллионов евро за переход Алекса, однако сам 24-летний игрок рассчитывает на продолжение карьеры в Ливерпуле. Также появилась информация о том, что «Хавбек» отклонил предложение «Арсенала» о новом контракте, по условиям которого его заработная плата составила бы 200 тысяч евро в неделю.
Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу во втором круге открытого чемпионата США, выиграв у соперницы из Венгрии Тимеи Бабыш со счетом 6-7, 6-4, 6-1. Первый сет Шарапова проиграла, однако затем сумела переломить ход противостояния и уверенно довела матч до победы. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. Шарапова 12 раз подала на вылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 8 брейкпоинтов из 13. У Бабыш одна двойная ошибка и 4 брейка из 10. Следующей соперницей Марии Шараповой по матчу третьего круга будет американка Софья Кеннин. На этом наш выпуск завершен. До встречи на телеканале УзРепорт ТВ.